Первого заплыва. Старт принимает. Heat 1. Виктория Мори, Аргентина. Виктория Мори, Аргентина. Луиза Лисовская, Чехия. Люси Лисова, Czech Republic. Ирина Пуртова, Россия. Ирина Пуртова, Russia. Надя Джой Паннер Тонненсен, Дания. Надя Джой Паннер Тонненсен, Denmark. Elina Makinen, Финляндия. Elina Makinen, Finland. Osman Delibash, Россия. Osman Delibash, Russia. Monahan Jamini, США. Jamie Monahan, USA. Barbara Hernandez, Chile. Barbara Hernandez, Chile. Елена Рудакова, Россия. Елена Рудакова, Russia. Мария Луиза Лозана Летера, Бразилия. Мария Луиза Лозана Летера, Бразил. Итак, друзья, за первый заплыв 450 метров вольный стиль женщины. Нужно сказать, что 450 метров – это дистанция, которая считается марафонской в зимнем плавании. Далеко не каждый пловец, который занимается зимним плаванием, рискнет преодолеть эту дистанцию. Но при этом нужно сказать, что еще 5-10 лет назад эта дистанция вообще считалась такой непреодолимой. Несколько лет назад, когда впервые на чемпионате заявили эту дистанцию, из 10 участников дошли до финиша только половина. Сегодня только в нашем чемпионате участвует порядка 50 женщин на этой дистанции. И сотня, и 100 мужчин, друзья, вот это представьте, 150 человек. Но при этом, справедливости ради, нужно заметить, что эта дистанция не является самой большой. В прошлом году в Мурманске проводился первый чемпионат мира по ледяному плаванию, чемпионат России, и там была заявлена дистанция 1 километр. И также было представлено несколько десятков спортсменов, которые успешно преодолели этот самый километр в ледяной воде. В этом заплыве принимают участие несколько известных спортсменок, известных по всему миру. В частности, Джейми Монахан, Соединенные Штаты Америки. Джейми
Любительница экстремальных видов спорта, помимо зимнего плавания, успешно занимается бегом, бегом марафонским. Пробежала огромное количество марафонов по всему миру, включая марафон на Китайской стене, а также антарктический марафон. Джейми Монахан сейчас плывет по седьмой дорожке. Итак, она пробежала антарктический марафон, марафонский забег на ледяном континенте. И помимо всего прочего, после марафона она еще и совершила там заплыв. Ну понятно, как поклонница зимнего плавания могла пройти мимо открытой воды, даже пусть на южном полюсе нашей планеты. Пока в этом заплыве лидирует Виктория Мори, Аргентина, это первая дорожка. Она опережает всех соперников на 50 метров. В среднем все участницы уже преодолели примерно половину дистанции. Заплыв длится чуть более 4 минут. Барбара Хернандес. В лидерах, дополню, Виктория Мори, Аргентина. Она идет по первой дорожке. Нумерация дорожек идет от набережной. Сейчас Виктория Мори идет на разворот и выходит на финишные 25 метров. Последние метры преодолевает лидер этого заплыва Виктория Мори, Аргентина. Первая дорожка и результат. Ее результат 6 минут 7 секунд и 62 сотых. Аплодисменты финалистки и победительницы первого заплыва. Дистанция 450 метров, вольный стиль, женщины. Итак, у нас есть уже и серебряные, и бронзовые финалистки. Второй пришла Барбара Хернандес, Чили. Результат 6.47.78. И пятая Элина Маккинен, Финляндия. С результатом 6 минут 48 и 54 сотых секунды. Напоминаю, что этот заплыв смешанный, здесь несколько возрастных категорий, поэтому имена победителей, как распределяться места на стали почета, мы узнаем чуть-чуть позже. А пока давайте просто поаплодируем нашим замечательным участницам. Они сегодня у нас выглядят роли ледоколов, роли водокреи, участницы первого заплыва. Температура в Туле, друзья, не превышает плюс 2 градуса. Прохладно, прохладно. Oh,
Но участникам, наверное, их наверняка согревает адреналин. Ну и, конечно же, для реабилитации спортсменов после таких продолжительных дистанций приготовлены палатки, приготовлены бани, они находятся за стартовой. Для реабилитации спортсменов на марафонских дистанциях бани находятся за стартовой палаткой. Dear swimmers, we ask for your attention. The saunas for athletes who swim 450 meters are located behind the starting tent. Уважаемые участники чемпионата мира, в связи с плюсовой температурой, которая сегодня ожидается в течение дня,